На этой неделе любимым аттракционом у тюменской погоды станут качели. А цифрами на термометрах она будет жонглировать, как фокусник в цирке. Например, если еще вчера было 7 градусов тепла, то сегодня в областную столицу с прощальными гастролями заглянет зима. Она понизит температуру до минус 6, спрячет под снегом молодую зеленую травку и вполне может устроить в городе незапланированный день жестянщика. Главными аксессуарами до конца рабочей недели будут шарф, шапка и перчатки. А в выходные настанет звездный час зонтов, которые полгода лежали в шкафу без дела.